сожалею, но не удалось заснять деревню Решоты. Со всех сторон заставлено составами. Деревня Решота стала известна на весь мир благодаря уральским пельменям. В деревне Решота, как говорит Соколов, пользуются ноутбуками со встроенными Wi-Fi. А Мясников утверждает, что тут зарплату выплачивают 5000-ными купюрами. Одну на всех, причем один раз в год. Но поезд стоял минуту. Не удалось. Вот кусочек, только фрагмент деревни Решоты. Бог с ним, может быть, получится на автомобиле заснять.